Итак, друзья, всем привет! Ездил в Аби и прикупил кое-какие приблуды для дома и огорода. Но, во-первых, купил себе вот такие вот светильники. То есть они такие достаточно большие, размером, наверное, почти с мою голову, ну, чуть поменьше, конечно. Но, тем не менее, очень хорошие, втыкаются. Можно куда-то в клумбу. Я покажу, куда я их воткну. В моем случае это будет клумба. Здесь вот таких вот 4 светодиода. И солнечная батарейка, с помощью которой за день, эти фонари заряжаются. Там стоит аккумулятор и стоит датчик света. Как только начинаются сумерки, данный фонарь зажигается и очень достаточно симпатично подсвечивает там дорожку, клумбу, в зависимости от того, куда вы их поставите. Ну, таких для пробы фонаря взял 2. Ради интереса втыкаются они. Сейчас вам покажу. Так. Втыкаются они вот в такие вот ножки. Таким образом. И вставляется внутрь. Судя по всему, вот так вот. Далее все это вставляется в землю. И получается отличный, красивый, яркий на 4 светодиодах фонарь. Это что касательно фонарей. Идем далее. Это от второго фонаря. Не буду скрывать, залез, посмотрел, потому как любопытно. Далее, для дома купил, так как ребенок уже начнет скоро ползать. Поэтому нужно какие-то ящички, куда можно все складывать. И данный ящик, чтобы закрывался, фиксировался. То есть здесь удобно то, что данные ящики, они абсолютно продаются разных размеров. Я взял пока небольшие. Ну, сюда можно что-то сложить, чтобы ребенок не залез. И все это дело закрывается таким способом. Ну и можно перемещать. Здесь также можно и обувь хранить. Ну, много чего сюда можно сложить. Очень удобно. Таких я взял 2. Они 400 на 300 миллиметров. И высота 190. Ну, по объему 16 литров получается. То есть, скажем, больше ведра сюда влезает. Тоже очень удобные ящики. И основное, что я хотел купить для своего огорода, это вот такие вот качели. Вот такие вот качели. Это для полива огорода, растений, цветника, клумбы. Абсолютно всего. Рассчитано на 260 метров квадратных и площадь порядка 17 метров. В чем преимущество этих качелей? Во-первых, они регулируются. То есть здесь можно отрегулировать уровень, насколько будет ходить вот эти вот качели. Далее, можно выставить, то есть если вам не надо, например, на ширина у них получается у качелей 15 метров, можно отрегулировать, сделать меньше, и, соответственно, лишнюю воду вы не будете разбрызгивать, будет до определенного момента доходить, и все. Можно совсем уменьшить, то есть будет совсем прям чуть-чуть. Ну, либо вот на максимум, как я сказал. И в длину на 17 метров. То есть одним разом можно достаточно большую площадь огорода опрыскивать. И, в общем-то, при этом сэкономить свои силы, потратить на какие-то, скажем, другие задачи, другие вопросы на огороде. Потому как полив, все мы прекрасно знаем, занимает достаточно большое количество времени. А такого времени на огороде, к сожалению, в летний период особо нету. Поэтому и приходится все делать, пытаться тем или иным способом время сэкономить, как-то оптимизировать свои вопросы, задачи и дела. И приходится вот придумывать, решать свои вопросы с помощью каких-то приспособлений. Но вот встретил вот такие вот чудные качели и буду использовать. Ну а как я их сейчас подключу, вам все это продемонстрирую. Итак, предлагаю переместиться на огород, воткнуть лампы под растения и попробовать посмотреть, как будут работать наши качели на огороде. Итак, идем на огород.
Итак, друзья, лампы я поставил, точнее светильники. Посмотрим, как они будут светить, потому как все-таки 4 светодиода должно, по идее, светить неплохо. Чаще всего те, которые продаются маленькие, ну, они светят, конечно, но буквально вот в радиусе 20 сантиметров, это в лучшем случае. Здесь, я думаю, чуть будет побольше, ну и в принципе красиво, когда все-таки будут освещать такие чудесные растения, которые посажены в моей клумбе. Ну вот, друзья, подсоединил. Регулировка мне очень нравится, потому как можно задать ширину полива и длину полива, в принципе. Поливает она, ну, реально, как я вижу, наверное, метров 8-10 точно захватывает при моем давлении воды. Поэтому все мои грядки, которые, где сидит у меня клубника, морковь, свекла, редис, все будет полностью проливаться. Что, в принципе, чего я хотел добиться, то, в общем-то, я и получу. Так что такие качели, они действительно хорошие, стоят, единственное, что недешево, стоят где-то порядка 1500 рублей, но при этом они времени сократят вашего для полива очень много. Фактически это получается дождеватель. И я думаю, если минут на 15-20 оставлять, то, в принципе, все грядки будут очень хорошо пролиты. Ну, а на этом, я думаю, заканчиваю свой ролик. Если вам понравилось, ставьте палец вверх. Продолжение следует.